Мы больше не верим нелегитимной власти Казахстана. Можно кровью залить забастовки, можно сломать человека унижениями, можно взять заложники близких и бизнес, можно даже обмануть манипуляциями. Но как нельзя обратно в тюбик бесследно вернуть зубную пасту, так нельзя заставить нас поверить еще раз власти. 30 лет лжи и пропаганды закончились. Важно то, что диктатор стране больше не нужен. Его ухода ждут и все, и тот, кто стоит рядом, и те, кто клянется вечной преданности. И те, кто гниет в тюрьмах. И те, кто выходит на протесты. И даже те, которые работают в акиматах, судах и прокуратуре. Гражданское общество сейчас проходит испытания. Оно растет и закаляется, как сталь в огне. И в этом огне расстрелянные в Жанаозин в 2011 году. В этом огне и Дулат Агадил, не предавший свои принципы. В этом огне и активисты, принявшие удары прогнившей системы на себя. Сейчас в этом огне куется сталь нового Казахстана. Сейчас идет процесс, который бессильно остановить. Стены тюрем, давление и беспредел КМБ. Стареющему диктатору не победить народ Казахстана. Не победить в нас желание поддерживать друг друга. Не победить стремление к переменам и прогрессу. Нашу чуткость и нашу солидарность. Помогая активистам, каждый из казахстанцев приближает день нашей свободы от диктатуры. Эти средства пойдут на оплату услуг адвокатов и поддержку семей активистов, которые попали под политические репрессии. Каждый из нас творец своего будущего. Внеси свой вклад. Это действительно важно.